покинем атмосферу, в трюме все погибнут. Уходи, это приказ! Убирайся отсюда! Уинтер, погоди, а где трус? Как нам выбраться, Бишоп? Уинтер! Его прижало, Рид. Я постараюсь вытащить Круза. А вы с Бишопом выбирайтесь отсюда и найдите способ открыть шлюз. Мы с Онилом, Рид и Хиггсом проберемся внутрь через аварийный люк. По моим расчетам, у нас осталось около 8 минут. Стойте! Не спорь! Идите! Понял. Давай, давай! Капитан, как вы там? Патроны бы не помешали. Сэр, у нас 8 минут. Сейчас придумаем, как вас вытащить. Ты что, спятил? Уинтер, уходи! Мы почти у цели. Не высовывайся, Уинтер. Как обстановка? Я не хочу открывать дверь, пока она находится там. Слишком большой риск. Уинтер, ты умеешь пользоваться грузовой катапультой? Система после падения отключилась, так что управлять придется вручную. Но прежде убедись, что она находится перед катапультой. Просто глазам не верю. Да ну? За дверью Майкл Вейланд. Из-за него мы все здесь. Мы потеряли черный ящик с Улаку. А люди в Вэйю уничтожили все улики, так что Вейланд нужен нам живым. Он должен дать показания. Согласны? О'Нил, пойдешь со мной. Мы разберемся с этими парнями. Стойте, не стреляйте, погодите, да погодите же! Ты хоть понимаешь? Ты понимаешь, что ты наделал, упырь? Нет, пожалуйста, не делайте этого, я ведь просто лицо компании. О'Нил, подумай, что ты делаешь. Поздно думать. Братишка, мы его взяли. Убери оружие, убери. Не могу. Кто-то должен за все это заплатить. За Круза, за Киза, за всех, кого мы потеряли.
за нее. Не думай сейчас про Беллу. Если кто-то назовет ее имя, я разнесу этому гаду башку ко всем чертям! Пожалуйста, не стреляй! Заткнись, мразь, заткнись! Можно я с тобой поговорю? Бишоп, отвали хоть ты! Нет. Бишоп, я не шучу. Если не отойдешь, буду стрелять через тебя. Нет, Белле бы это не понравилось. Я сказал не называть ее имя! Белла. О'Нил, стреляй! Хикс, ты что? Что за дела? О'Нил, ты должен его застрелить! Поверь, должен! Капрал, отойди! О'Нил, не надо! О, как я благодарен! Бог ты мой! Застрелил я твоего бога! Он был нам нужен! Присмотрись. Это не Вейланд? В точку, капрал. Но... Откуда ты знаешь, что это не настоящий Вейланд? Ты сказал, нам нужно выяснить все, что ему известно. Я был у них 13 недель и 4 дня. Многочасовые допросы, бесконечные пытки. Конечно, я уже едва держался. Но знаешь, когда в камере вас только двое, в конце концов замечаешь, что второй парень не дышит. Почему тогда ты его убил? Потому что он бы уничтожил вас при первом удобном случае. Это его задача. Бишоп? Я могу скачать его данные. Это особая модель. Возможно, нам повезет. Что для этого нужно? Свободное место и скальпель. А это опасно? В моем мозгу трубки. Глупый вопрос. Прости. Бишоп, ты готов? Закачка данных уже началась. Мне нужна еще минута. Думаешь, это сработает? Сработает. Откуда ты знаешь? Ты потерял девушку, да? Да. Я тоже. Это должно сработать. Бишоп, что у тебя? Скажите, у нас осталось хоть что-нибудь? Нам необходимы доказательства. Все улики у нас.